областном центре на аллее «Магаданское время» состоялось открытие международного конкурса «Магаданский хрусталь». Состязание проводит ежегодно. В этот раз участие принимают 16 команд. В номинации «Мастер» – 13, в номинации «Юный скульптор» – 3. Это жители Беларуси, Московской области, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ижевска, Хабаровска, Якутии и Магадана. У нас вообще подписан договор о дружбе, сотрудничестве, взаимопомощи между Магаданской областью и Екатеринбургом, поэтому это в рамках этого договора. Ну и постоянно у нас участники из нашей братской Белоруссии, у нас тоже подписаны договоры о побратимских отношениях. Кого не назвал, сейчас ведущий назовет. Я хотел бы, чтобы холодно нам не было. Мы очень ценим то, что вы сделайте. Конкурс в Магадане проводят в 14 раз. В этом году с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер на протяжении 5 дней скульпторы будут создавать новогоднюю сказку. Тема в этом году – ледяная фантазия. Использовать краску или другие украшения нельзя. По словам организаторов, основная цель конкурса – популяризация и совершенствование ледяного искусства, обмен творческим опытом между мастерами. География очень большая нашего конкурса, она увеличивается. Мы рады принимать гостей, надеюсь, что они сделают прекрасный подарок Новому году нашим магаданцам. 21 декабря в 17 часов работы отсмотрит жюри. Оценивать будут не только мастерство и технику исполнения, но и художественную задумку. 22 числа в 10:30 в зеркальном зале Центра культуры состоится торжественное награждение победителей и участников конкурса. Традиционно скульптуры будут радовать жителей и гостей Магадана в течение января.